Что такое натюрморт? Откуда такое название? Где и когда он появился? Что такое ванитас и чем интересен голландский натюрморт? Все это ты узнаешь прямо сейчас, ровно за одну минуту. Натюрморт – это изображение неодушевленных предметов в искусстве. Название пришло из Франции и означает «мертвая натура». Первые изображения предметов появились уже в Египте при росписи гробниц фараонов, затем ими декорировали стены в Греции и Риме, а как самостоятельный жанр натюрморт появляется в XVI веке в Европе для тренировки ремесла художника. В Голландии в 17 веке появляются картины ванитас, что означает «суета-сует». Изображение черепов в этих картинах напоминает о скоротечности жизни и тщетности материального мира. Но и в других голландских натюрмортах за каждым предметом стоит глубокая символика, что превращает картины в настоящий ребус. Деньги говорят о бессмысленной погоне за ними, лимон аппетитный снаружи и кислый внутри – символ предательства. Да, оказывается, это не просто красивые фрукты и цветочки, а что было дальше, смотри в следующем видео.